И мы продолжаем. ЧП на улице Жамбыла. В микрорайоне Жасуркен горячей водой затопило подвалы трех строящихся домов. На устранении последствий ЧС работало 6 единиц техники и 8 специалистов тепловых сетей. Что послужило причиной потопа, узнаете из следующего сюжета. Обычно, когда говорят про грязь и лужи, представляют осень или весну, но не сегодня. В микрорайоне Жасуркен этой ночью неизвестные залезли в канализацию и открыли кран горячей воды. Пострадали три дома. Больше всего досталось новостройки по адресу Жамбыла 53. Вода затопила тротуар, людям пришлось выходить на проезжую часть. АЧС коммунальщикам сообщили в 3 часа ночи. На вызов выехала аварийная бригада. До обеда они откачивали воду. На пересечении Жамбыла-Порфирьева в дренажном колодце был открыт кран, в связи с чем образовался прорыв воды. Восстанавливали, получается, 6 единиц техники и 8 человек. На данный момент коммунальными службами проведена работа, все стабильно. По словам специалистов, значительного ущерба нет. Если хулиганов смогут найти, то они понесут административную ответственность. Илья Кудряков, Михаил Казначеев, новости МТРК.